привет! Сегодня я хочу вам рассказать, какие я знаю упражнения. Они используются везде в йоге. И эти упражнения очень хорошо для поясницы, для спины. Эти упражнения укрепляют и восстанавливают функцию спины. Эти упражнения желательно делать утром и вечером. Значит, утром и вечером занимает 15 минут, 20 минут. И желательно делать эти упражнения за 1 час перед тем, как вы уходите на работу, чтобы у вас было время восстановиться, отдышаться. И не так, чтобы вы просто выбегали сразу на улицу после этих упражнений. Давайте приступим. Мамочка, я хочу, чтобы ты посмотрела. Обратите внимание на две очень маленькие, но важные детали. Вот смотрите, попробуйте встать ровненько. Вот вы ровненько стоите. Поднимите плечи вверх. Отведите плечи назад. Как можно дальше отведите плечи назад, чтобы лопатки соединились. А теперь бросьте плечи. Бросьте вот так. И почувствуйте, как вы себя чувствуете. Вот это и есть ваша осанка. Попробуйте напоминать себе несколько раз в день, в каком положении ваша спина. То есть опять потяните плечи вверх, отведите плечи назад и бросьте плечи вниз. Вот здесь ваше идеальное положение спины на данный момент. Теперь следующее. Когда человеку говорят «не сутулься», да, он вот так делает. Вот так. «Не сутулюсь, я не сутулюсь больше, все, я не сутулюсь, у меня вот так, оба назад, плечи назад, я не сутулюсь». Это неправильно. Пожалуйста, обратите внимание, что здесь очень важно, на пояснице очень важно не делать вот такую, не прогибаться вот так. Здесь очень-очень такие позвонки, они нам всю жизнь нужны. Ну, всю жизнь, чтобы держать наш позвоночник ровненько. У нас и так здесь есть такой прогиб. Понимаете, а если мы будем еще больше, то мы только усугубляем вес всего тела на позвоночник в этом месте. Поэтому постарайтесь держать спину ровненько вот здесь. А чтобы было заметно, что у вас хорошая осанка, сделайте такое упражнение. Берете ладошку и ложите себе на грудь. Так? Вот, положите себе на грудь ладошку. И теперь просто приподнимите грудь, как будто вы пытаетесь приподнять ладошку. И видите, какая разница? То есть сутулимся-то мы в основном вот здесь, вот в этом месте. Мы не сутулимся здесь. Мы сутулимся здесь. То есть, а когда вы поднимаете грудь, вы расправляете плечи. И это тоже помогает напоминать себе, какая у меня сейчас осанка. Пожалуйста, обратите внимание. Первое упражнение. Вот когда вы только проснулись, попытайтесь сесть в такое положение. Можно на кровати это делать, но желательно это делать на полу. Попробуйте раздвинуть немножко ступни в стороны и раздвинуть коленочки. Теперь наклоняемся вперед. Потихонечку наклоняемся вперед. Держим спинку ровно. Держим спинку ровненько. И держим поясницу ровно, не прогибаем поясницу, ни в коем случае. Спина должна быть ровненькая. И также здесь, где лопатки. Значит, и здесь отсюда попробуйте наклоняться вперед. И дышите животом,
И в то же время дышите животик в напряжении. Как вот, вот чувствуете, что у вас там мышцы такие. Дышите в напряжении животик. Вот так вот. Вот так. Хорошо. Очень хорошо. Наклоняемся вперед. И если вы можете, то можно подтянуть к себе поближе ступни. Можно поближе подтянуть, если вы можете. И если нет, каждый делает так, как он чувствует. Слушайте свое тело, пожалуйста. И отсюда можно наклоняться, да, еще глубже. Еще глубже наклоняться. Также спину держим ровненько. Животик напряженный и дышим глубоко. Дышим глубоко, стараемся дышать животом. Очень хорошо. Расслабьте шейку. Расслабьте шейку, это очень помогает. И не забывайте дышать. Будьте в этом положении сколько можете. Ну, 2 минуты. Минуту, 2 минуты. Смотрите, как вы себя чувствуете. И вы с каждым выдохом пытаетесь все глубже и глубже растянуть. Это первое. Второе упражнение. Коленочки вместе. Теперь, значит, выпрямляем правую ножку. И коленочку отодвигаем в сторону. Так. И делаем опять же наклон. Прежде чем вы делаете наклон, убедитесь, что у вас прямая спина, что вы чувствуете просто полностью свое тело пропорционально, насколько вы можете. Только в этом положении вы можете тянуться. Вы не можете тянуться абы как. Вы можете тянуться абы как. Это очень хорошо, если вы можете. Убедитесь, что вы можете это делать правильно. И когда вы сделаете это правильно, тогда вы можете делать все, что вы хотите. Но есть такие нюансы, на которые желательно обращать внимание. Я так думаю. Так, значит, отсюда. Также можно подтянуть ножку поближе, если вы можете. Если не можете, так оставайтесь в положении, которое вам удобно. И отсюда, с прямой спинкой, вы дышите глубоко, начинайте наклоняться вперед. Или смотрите, как вы можете наклоняться. Можете глубоко, очень хорошо. И остановитесь там, где вы уже не можете дальше. И дышите глубоко. И с каждым выдохом углубляйтесь в это положение. И стойте там также секунд 20, там, посчитайте до 20, до 30. И вот такая, и у вас дыхательная зарядка и растяжка. И она очень такая нежная, потому что вы особо не двигаетесь. Вы двигаетесь настолько, насколько вы можете. Это очень важно. Теперь, прежде чем мы поменяем ножку, я хочу обратить ваше внимание, это очень важно. Поднимаем в первую очередь коленочку, так, ставим ножку ровно. Теперь мы поднимаем эту ножку. Тогда вы очень-очень хорошем, положении, безопасном для спины положении сейчас. И тогда вы меняете только ножку. Теперь снова, что мы делаем? То же самое. Ровненько спинку. Дышим животиком, все, напрягли животик, напрягли спинку, наклоняемся вперед и тянем, все, что у нас тянется, тянем. Тянем, где у нас руки, тянем, где у нас ножки, везде мы тянемся, дышим, дышим и тянемся. Очень хорошо, молодцы. Очень хорошо. Стойте здесь, в таком положении, сколько вы можете. Дышите и расслабляйтесь все глубже и глубже. Поднимаю это колено, поднимаю другое. Thank you.
упражнение. Очень-очень хорошее упражнение. Значит, опять выпрямляем одну ножку. Садимся ровненько. Держим спинку ровно. Плечи у нас назад отведены очень хорошо. Перекидываем ножку через колено. И подтягиваемся ближе к колено. Подтягиваемся, подтягиваемся, наклоняемся ближе к колено. И чувствуем, где у нас тянет. Если тянет, хорошо. Если не тянет, значит, мы можем глубже. Значит, мы можем глубже делать упражнение. Можно немножко ближе подтянуть ножку. И сидеть ровненько, подтянуться. Если этого недостаточно, или вы уже чувствуете себя комфортно в этом положении, можно сделать так. Значит, отводите левую руку назад, поворачиваете плечи за этим, и потом убираете локоть, колено, вот так. И у вас получается еще глубже растяжка в спине, вот здесь поясница. И также дышите животом, глубоко дышите, это очень важно. Стойте в этой позиции столько, сколько можете. И прежде чем вы повернетесь назад, сделайте выдох. И только тогда поворачивайте плечи ровненько. Очень хорошо. Дышите здесь. Пару раз дышите глубоко здесь. И потом мы можем поменять ножку. Опять у нас колено одно согнуто, поднимаем второе колено. Опускаем это колено. Перекидываем ножку. Ровненько садимся. Дышим глубоко животом, очень хорошо. И отсюда можно немножко глубже. Опять я ставлю правую руку за спиной, поворачиваю плечи, и этот локоть я упираю в колено. Ровненько держим спинку, напрягаем животик и стараемся вот тянуть именно в пояснице. Очень хорошо, все, что тянется, пожалуйста, дышите глубоко, и фокус на то, что у вас легче и легче вам это делать упражнение. Очень хорошо. Молодцы, так держать.